Энфилд Роуд в Ливерпуле, стадион, с которого в радость работать любому комментатору. Константин Гичается с Уотфордом. И вот Ливерпуль. Три нападающих. Это серьезная угроза для соперника. Да, и в атаке им также будут помогать игроки средней линии. Мохаммед Сала. Номер 9. Роберто Фермино. И номер 10. Став команды гостей. Тренер выпустил всего одного нападающего. Ну и один в поле тоже воин, особенно с такой мощной группой атаки. Энфилд Роуд в Ливерпуле, стадион, с которого в радость работать любому комментатору. Константин Гичается с Уотфордом. И вот Ливерпуль. Три нападающих. Это серьезная угроза для соперника. Да, и в атаке им также будут помогать игроки средней линии. Мохаммед Сала. Номер 9. Роберто Фермино. И номер 10. Став команды гостей. Тренер выпустил всего одного нападающего. Ну и один в поле тоже воин, особенно с такой мощной группой атаки. Энфилд Роуд в Ливерпуле, стадион, с которого в радость работать любому комментатору. Константин Гичается с Уотфордом. И вот Ливерпуль. Три нападающих. Это серьезная угроза для соперника. Да, и в атаке им также будут помогать игроки средней линии. Мохаммед Сала. Номер 9. Роберто Фермино. И номер 10. Став команды гостей. Тренер выпустил всего одного нападающего. Ну и один в поле тоже воин, особенно с такой мощной группой атаки. Энфилд Роуд в Ливерпуле, стадион, с которого в радость работать любому комментатору. Константин Гичается с Уотфордом. И вот Ливерпуль. Три нападающих. Это серьезная угроза для соперника. Да, и в атаке им также будут помогать игроки средней линии. Мохаммед Сала. Номер 9. Роберто Фермино. И номер 10. Пяткой пытался мяч отдать, но защитника не проведешь. Вот это опасно может быть. Ошибается оборона здесь. Угловой для Ливерпуля. И решили разыграть побыстрее угловой. Наби Кейта. Александр Арнольд. Но это уже совсем плохая передача. Нужно собраться.